Всем привет, это Анна Латышева, это очередные покупки из фикс прайса за апрель месяц, второй заход. Так, первая моя покупочка, это вот для специй, вот такие вот, буду использовать для соли и перца. Были такие розовые и голубые, я взяла салатовые, мне больше такие понравились. Так, взяла вот такие формочки, 6 штучек выпекать, ну я, может, 2 кекса выпечу. Ну, буду выпекать 2 кулича. Вот, другие, может, на следующий год оставлю. Так, взяли опять вот такую рыбку. Так, взяли вот такой миланский трюфель за 50 рублей шоколадку. Не знаю, первый раз пробую. Вот, напишите ваши отзывы, кто пробовал, вкусно, невкусно. Так, взяли... Как всегда, вот такой контейнер под косметику у нас тоже появился. Были такие желтенькие, розовенькие и голубые. Вот. Взяли. Первый раз беру. Для мытья посуды. Вот. Грейпфрут. Очень вкусно пахнет. Напишите отзывы, кто пробовал. Вообще, ну как мылится, надолго хватает. Отмывает ли посуду это средство? Смена. Так, сколько тут миллилитров? Сейчас посмотрим. Так. Ну, наверное, литр, я так думаю. Да, литр. Вот. Так. Раньше я еще приобретала вот такие мисочки. Я вам хочу показать. У меня еще такая голубая, 2 мисочки, бульонница. Очень нужная вещь. Очень выгодная. Покупайте для супа. Так, потом мы воспользовались баллами. Вот. У нас был 181 балл. Использовали, покупка была на 300 с чем-то рублей. Вот, 181 балл списались. Баллы, конечно, немного копятся, вот, но просто мы всегда обычно покупаем в месяц где-то на 1000, на 1000 с чем-то. Там немного. Если ты на 1000 с чем-то покупаешь, тебе чуть ли не... Ну, 150 рублей зачисляется на эту карту. Ну, выгодно. Вот, кто по-крупному закупается, иногда в фикс-прайсе. Приобретайте карту, копите баллы, тратите их. Мы сегодня потратили. Вот. Очень выгодно. Так, жду отзывы от вас. Всем пока-пока.